25 кошек в одной квартире. К тому же за ними совсем не убирают. С этой ситуацией столкнулись жильцы дома по улице Интернациональной. На 6-м этаже живет пожилая женщина по имени Людмила, которая не впускает никого в свою квартиру. Все началось 4 года назад. Тогда она и начала заниматься разведением породистых кошек. Но страдают от этого, видимо, только ее соседи. Ужасный запах разносится по этажам зимой и летом. Но больше всего страдает ее сосед. У нас балкон рядом находится. И балкон открываешь, когда жарко, хочется, чтобы свежий воздух был. И оттуда сразу запах идет. А если балкон не открываешь, стена. У нас спальня, у нее спальня, стена получается смежная. И вот эта вот стена уже от нее тоже воняет. Там, может, нам ее там уже усилять, как-то утеплять эту стену, чтобы запах не было. Но пока вот ничего не делали. А так вот на диване садишься, и уже все, сидеть невозможно. Вот приходишь с работы, хочется отдохнуть, как в своей квартире, в чистом воздухе, а тут тебя обставят эту вонь, начинаешь нервничать, раздражаться, и не знаешь, что, как дальше жить. Соседи этажом ниже сменяются уже в третий раз. Новые жильцы живут беззаботно всего несколько месяцев, а затем кошачьи испражнения начинают заливать их потолок. Тогда люди делают ремонт и продают квартиру. За 4 года эти оказались самые стойкие. Правда, они с нами разговаривать отказались. Несколько лет назад в квартире номер 167 произошел пожар. Спасательным службам не сразу удалось попасть внутрь. А когда вошли, то находиться в квартире долго они не смогли. Все дело в тех же кошках. Кошки тоже содержатся в плохом состоянии. Один раз она куда-то уезжала, у нее есть дочь. Дочь попросила, чтобы кошку покормила. И вот дочь с моей сестрой ходили кормили, прям открывают дверь, кошки все голодные, сразу на них напрыгивают, на это прям чуть их не разодрали, на так вот мешок все бросили, кормят разодрали, кошки давай есть, они быстренько ушли, потому что находиться невозможно. Соседи уже разными способами пытались бороться с ужасными запахами, и ни к чему это не привело. Службы города пытались попасть в квартиру вместе с полицией, но женщина не всегда им открывала дверь. Одного взгляда на внешний вид двери достаточно, чтобы увидеть следы этих попыток. Не открыла она и нашему телеканалу. Даже шагов не слышно. На стуки она не реагирует. Роман не первый год пишет письма в различные инстанции, но ответы не всегда хорошие. Жек, например, ссылается на то, что хозяйка квартиры постоянно платит кварплату, и претензий к ней нет. А вот санэпидемстанция ответила, что нужно взять пробу воздуха из квартиры Романа, чтобы обратиться в суд. Теперь это превращается в настоящую лотерею, потому что подгадать момент, когда запах будет сильнее всего, невозможно. Мы связались со специалистом-юрисконсультом префектуры Московского района. Он заявил, что на все жалобы жильцов реагируют своевременно. Конечно, реагировали. И проводили санобработку вокруг, так сказать, этой двери и так далее и тому подобное. Все, что в наших силах было можно. Соответственно, и ее родственников привлекали. Но это проходит, извините, месяц, потом продолжается та же самая патология. Андрей Луенко рассказал нам, почему поставить точку в истории так сложно. Здесь в чем заключается вся суть, что так как нарушается их право, санитарные нормы и прочее, они могут выйти в суд на ее выселение. А мы, не имея этой квартиры в собственности, считаемся как левосторонними товарищами. За все 4 года Роман отправил уже множество запросов, и стопка эта не убавляется. Но опускать руки он и не думает.